составе Совета депутатов Ленинского района новые лица. Побеседовав с ними, наш корреспондент выяснила, какие задачи ставят перед собой вновь избранные депутаты в первую очередь, на что делают акценты и как собираются решать наболевшие вопросы жителей района. Подробности далее. 8 сентября состоялись выборы Совета депутатов Ленинского района 6-го созыва. Вновь избранный Совет депутатов, а это 19 человек, обновился почти на 90%. Теперь они будут вносить свой вклад в развитие района, выражая волю и интересы жителей. Значение того, что в составе Совета депутатов представлены разные партии, трудно переоценить. Множество точек зрения и предложений помогут рассматривать вопросы со всех сторон и принимать общее согласованное взвешенное решение. Все действия и все, не знаю, пожелания были направлены только на одно, чтобы и район развивался, и те люди, которые голосовали, понимали, что все это делается ради жителей. Депутаты Совета депутатов – это еще и представители различных отраслей. Ольга Амбросимова, врач, считает необходимым улучшить работу в области медицины. В первую очередь я хочу добиться от района выделения средств на реконструкцию Видновской районной больницы и на строительство нового общежития. Привлечь к нам на работу новых специалистов. Большое внимание в работе Совета депутатов обращено на реализацию государственных программ в сфере молодежной политики. Депутат Станислав Радченко входит в состав Видновского станичного казачьего общества, которое предоставляет детям и подросткам возможность заниматься верховой ездой, рукопашным боем, получать навыки владения казачьим оружием и изучать историю. Мы прежде всего занимаемся делом, воспитывая наших собственных детей в нашем обществе. При этом еще ждем всех желающих и всех единых духом с нами людьми. Мы русские, мы православные. Наши дети должны видеть достойный пример. Сейчас в Совете депутатов новые лица. Это слаженная команда с новыми интересными идеями, с новыми силами, благодаря которым население может рассчитывать на помощь и поддержку. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.